специальный трюк, чтобы совсем, так сказать, Нелли осталась наконец-то одна. Девочка, как здорово ты. Мы сегодня пролистали семейный альбом, и это было чудно. Всегда есть, как ты выкапываешь такое количество материалов на телевидении, в кино. Умница, умница, спасибо тебе. Я думаю, что прежде чем мы коснемся главной странички сегодняшнего вечера, я все-таки хочу просить вас, дорогие награжденные, дорогие обладатели премии Эми Стрижальчика, найдите в своих рядах людей помоложе, поздоровее, чтобы жюри было абсолютно, имело абсолютную, так сказать, порцию доверия, потому что все-таки куда там три стычка. А такие славные ребята награждены, что могли бы взять и торопишься, да, потому что глупости говорю. Вот, пожалуйста, еще один симптом. Деменция. Друзья мои, сегодня мы награждаем актера, который уже давно был, я всегда говорила, что у нас есть два, пишем, три, запоминаем, у нас всегда есть заначка. Этот актер привлекал наше внимание уже какие-то сколько-то лет подряд, а тут он взял и за последние сезоны просто выстрелил. Ну нет, я имею в виду. Выстрелил прямо в яблочко тремя очень и очень значительными победами в спектакле «Аустерлиц», в спектакле «Слава» Богомолов поставил, и в спектакле «Волнение». Сыграл три роли, что называется, на вылет. Умён, красив, полон жизненной энергии. Это вот просто цитата из этого, характеристика этого персонажа. Это Василий Реутов, актер большого театра.